Что сейчас происходит в регионе, расскажет телеканал ПС. С вами Артемий Заварзин. Добрый день. Три высших результата по ЕГЭ получил выпускник Архангельской школы номер 45 Леонид Ходасевич. Министр образования и науки региона Игорь Скубенко сегодня лично поздравил юношу. Встреча прошла в Минобре. Глава ведомства сразу подчеркнул. Леонид Ходасевич – первый, кто достиг такого ошеломительного результата за всю историю ЕГЭ в нашей области. Выпускник 45-й школы получил 100 баллов сразу по трем далеко не простым предметам – русскому языку, истории и обществознанию. При этом молодой человек признался, что готовился к экзаменам достаточно долго и начал поздно. А что вообще значит готовиться? Я один раз в неделю посещал своего репетитора и раз в день решал по нескольку тестов. На том же самом решу ЕГЭ. Леонид намерен получить высшее юридическое образование. С таким результатом по ЕГЭ ему открыты двери лучших вузов страны. В городе воинской славы Архангельске на один символ воинской славы стало меньше и сквера Победы. Этой ночью была увезена зенитная пушка. Где она сейчас и как вообще стал возможен демонтаж памятника, разбиралась Олеся Кокина. Весной 43-го сквер Победы разбили горожане на месте домов, уничтоженных во время первой бомбежки Архангельска. В 2013 году в сквере начали создавать мемориальный комплекс. Первым этапом как раз стала установка зенитной пушки, как дань тем, кто в годы Великой Отечественной войны защищал небо Архангельска. И вот пушку увезли. В социальные сети появилась информация о том, что уровень радиации в этом месте значительно превышает нормы. Тревогу забил архангелогородец Дмитрий Сурин. Молодой человек решил проверить слух о том, что некоторые достопримечательности Архангельска фонят. Так он в компании друга оказался в сквере Победы и из любопытства приложил измерительный прибор к зенитке. Мы подошли, я ткнул прибором, он засветился, соответственно. Ну, я имею в виду, начал показывать совершенно немыслимые цифры, и после этого я решил, испугался и решил об этом заявить соответствующий орган. Совершенно немыслимые цифры – это 46,9 микрозивертов в час. Это почти в 40 раз больше допустимой нормы. Оперативно отреагировали все городские службы. Демонтаж провели специалисты МЧС. И уже ночью пушку вывезли за пределы города. Сейчас Следственный комитет начал проверку. Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, проверить указанную информацию и по результатам проверки принять процессуальное решение. В июле 2013 года администрация Архангельска приобрела пушку у Министерства обороны. В 1998 году в составе зенитного комплекса она прошла частичную реконструкцию и была демилитаризирована. Как получилось, что источник излучения не был демонтирован, будут выяснять компетентные органы. Олеся Кокина, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. Если торговая точка или офис поставлены под охрану, значит вероятность кражи минимизирована. Как работает эта система, расскажем на примере одного рабочего вечера в неведомственной охраны Росгвардии. Кружное шоссе 3, корпус 4. На охраняемом объекте сработала сигнализация, и сотрудники вневедомственной охраны выезжают на вызов. Вот наряд уже на месте. Осматривают территорию, следов взлома нет. Тревога оказалась ложной. Скорее всего, на сетях произошел скачок напряжения. Такое бывает часто, но реагировать правоохранители обязаны всегда. Никогда не знаешь, что тебя ждет. И мы отрабатываем все поступившие сигналы. Для этого охрана и нужна, и чтобы граждане понимали, что они не просто так оставляют свое имущество. Следующий вызов. В одном из продуктовых магазинов областного центра сработала кнопка тревожной сигнализации. Выясняется, в торговой точке вор. Буквально через несколько минут сотрудники Росгвардии приезжают на место, выводят нарушителя и одевают ему наручники. Следовали по маршруту патрулирования, когда получили дежурное сообщение, что сработал КТС в одном из магазинов по проспекту Ломоносова. Прибыв на объект, нами был задержан молодой человек, который похитил алкогольную продукцию. На данного гражданина было поступлено заявление, после чего он был нами задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Силу применять не пришлось. Взятый с поличным молодой человек не стал оказывать сопротивление. Скорее всего, он отделается штрафом. Мы не сторонники применять физическую силу. И как бы стараемся, да, только в крайнем самом случае это делать. Но, как правило, граждане идут нам навстречу. За последние 5 месяцев в Архангельской области сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии выявлено и раскрыто свыше 120 уголовных преступлений. По подозрению в их совершении задержано 217 человек. К ответственности за административные правонарушения привлечено более 4600 человек. Вадим Федосеев, Евгений Зыков, Архангельское телевидение.
Другим темам. Произошедшую накануне аварию на водопроводе удалось быстро устранить. Напомним, вчера во второй половине дня при проведении работ по установке свайного основания световых опор возле дома номер 35 на проспекте Новогородском бригада горсвета пробила водопровод диаметром 250 мм. Повреждение оказалось серьезным, труба дала сильную течь, весь проспект покрыла большая лужа. Для устранения аварии был перекрыт водопровод, в результате без воды остались жильцы дома на Новогородском 46. Водоканал обеспечил им подвоз воды, а сама авария была устранена поздним вечером. По затратам пока мы не готовы сказать, необходимо провести расчеты. Что касается устранения, к 23 часам авария была устранена. Мы установили муфту для того, чтобы подать водоснабжение в обычном режиме. Сейчас водоснабжение идет уже в обычном порядке. Стоит отметить, что предприятие «Горсвет» свои вины не отрицает и готово возместить нанесенный ущерб. Памятник федерального значения и мирового уровня Антоний-Васильевский монастырь готовится отметить 500-летие. Уже создан оргкомитет празднования. Его возглавили митрополит Архангельский Холмогорский Даниил и глава региона Игорь Орлов. По своему первому и главному храму монастырь носит имя Свято-Троицкого. Сегодня реставрация Троицкого собора продолжается. Работают мастера из Липецка. Меняется кровля, облицовка куполов. В планах монтаж системы отопления. С начала возрождения здесь ежедневно совершается литургия. В Антоний-Васильевском монастыре вновь созданы монастырская библиотека, иконописная мастерская. Помимо того, что существует поддержка со стороны Министерства культуры, есть у нашей обители еще и друзья, которые в свою очередь оказывают нам поддержку и заботятся о восстановлении храмов. В этом году мы проводим замену кровельных покрытий и куполов Троицкого собора. Мы надеемся, что в этом году мы уже часть кровельных работ по Троицкому собору выполним самостоятельно уже. Оргкомитет празднования 500-летия Сийского монастыря сейчас разрабатывает культурную программу юбилейных торжеств, которые пройдут в 2020 году. Одну из выставок, посвященную обители, можно уже посетить в гостиных дворах. Большие гонки под белыми парусами. В поселке Бобровский рейд в Приморском районе прошла традиционная двинская регата. Соревновались десятки спортсменов, но попутный ветер помогал далеко не всем. О победах и промахах яхтсменов Алексей Карельский. Юные мариманы ушли в поход, причем на крейсерских яхтах. Это воспитанники парусного центра «Норд» с тренерами в качестве капитанов отправились подальше от городской суеты и привычного Кузнечевского моста на лоно природы. Подобная романтика многих и завлекает в парусный спорт. Анну Третьякову в том числе. Затянуло. Морские узлы, подготовка на воде, хорошие тренера. И все лето на свежем воздухе. Свежий воздух географически находится возле Бобровского рейда. Именно здесь по традиции проходит двинская регата. В этом году стартовала уже четвертая. Участие в ней принимают почти 70 спортсменов. Соревнования проводятся в классе оптимист, кадет и луч мини. Ребята гоняются от 9 лет и до 18 лет. Необходимо пройти дистанцию и финишировать первым. В дальнейшем, значит, ребята все время меняются. То есть каждый гонщик участвует все время на разных лодках. То есть происходит круг пересадки. То есть из 5 лодок получается, то есть гонщик должен прогоняться на всех 5 лодках. Это, так сказать, для уравниловки, а то мало ли у кого яхта получше оснащена. А ведь оценить-то надо не ее, а мастерство спортсмена. Вот ребятня и делает рокировки. На финише занятые по итогам всех стартов места суммируются. Михаил Боровиков сделал себе неплохой задел на будущее. Два первых заезда выиграл за явным преимуществом. Сложность только то, что тут течение сильное и сносит очень сильно, а так все нормально. Я очень хорошо стартовал, у некоторых был фальстарт. Тут надо иметь мастерство, а не силу, то есть думать головой. Сергей Филин как раз думает, что же ему ближе, жидкое или твердое состояние H2O. Склоняется к ледовой глади, оно и понятно. В этом сезоне, на минуточку, юноша выиграл первенство мира по зимнему виндсерфингу. Зимой это не так сыро и более теплее, чем летом в воде. Тебя тренеры за такие слова сейчас не выгонят? Нет, летом тоже интересно. Каждый выход на воду – это новое ощущение. Испытываешь. Что нужно делать, чтобы успешно и быстро преодолевать дистанцию? Знать направление ветра и знать, в какую сторону течение, какой силы.
Много сил пришлось потратить и участникам. Гребли по полной, ибо с ветром была беда. По крайней мере, в день нашего приезда. Лучше всех приноровился к обстоятельствам Игнат Трефилов. Он стал первым во всех дисциплинах. В классе кадет золото с ним разделил Степан Пахтусов. Итоги дня в 19:20 на канале ТВ-центр. Я не прощаюсь и жду вас.